Сейчас мы рассмотрим пробник от фирмы Тони Моли. Это Томатокс Magic Massage Pack. Такой кругляшок. На обороте все на корейском. Объем пробничка не указан, к сожалению. Но по нашим данным здесь 2 мл маски. Давайте ее откроем. Это довольно популярная маска. Она мгновенного действия. Отбеливает, осветляет кожу, улучшает ее цвет. Вот такой белый крем в пакетике. Вот, довольно приличное количество. Производитель рекомендует нанести маску на кожу, помассировать 1-2 минуты. И затем смыть оставить еще подействовать на 10-15 минут, а затем смыть теплой водой. Маска пахнет кремом. Довольно приятный, ненавязчивый аромат. Очень легко массируется, хорошо скользит по коже. Поэтому вы без проблем сможете провести массаж лица. Давайте теперь мы встанем на паузу. Я смою эту маску, чтобы мы могли оценить ее действие на руке. Так, я вернулась. Вот давайте посмотрим на кожу. Видно, что вот здесь, где была нанесена маска, эта часть светлее, чем остальная рука, где маска не наносилась. У меня есть небольшие пигментные пятна на руке, и мне кажется, что они стали заметно светлее после использования этой маски. Давайте вот даже две руки сравним. То есть здесь пигментация намного ярче, чем на руке после использования маски. Пробник предоставлен для обзора сайтом bbkorea.com.ua.